Звук «Б» в этом имени вызывает стремление финансово обеспечить свою жизнь и отражает стремление к материальным благам. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Значение буквы «Ы» – притяжение, огромная масса и тяжесть вытекает из звукового звучания данной буквы. Звук «У» дает человеку активное воображение. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Для таких личностей целью жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственны для этого имени. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Буква «К» в имени указывает на большую твердость, бронебойность. Когда владелец этого имени раздражен, то проявляет властность и капризность. В отношениях владельца имени проявляет инициативу и очень часто собственнически относится к партнеру, считая себя единственным спасителем. Если родные и близкие ударяют и издают звонкую букву «Б», называя владельца полным именем, то это считается признаком большого авторитета в семье, также значит потребность человека в острых ощущениях. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Носители этого имени способны нажить себе злейших врагов, часто являются причиной ссор и скандалов. Звук «Ы» в этом имени символизирует непробиваемое и нечто огромное. Несомненным парадоксом является то, что владельцы этого имени несут огромную потребность независимости. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Редко встречающийся в именах звук «У» воспринимается на слух свежо и оригинально. Владельцы этого имени находятся под покровительством планеты Марс. Чувство сопричастности, практическая сметка, тяготение к материализму, приземленность духа. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.